Сегодня и завтра в Украине акции солидарности против так называемой спекуляции вокруг языковых вопросов. Львов на работе и дома заговорит и говорит на чисто русском языке. Друзья, я вас благаю. Будь ласка, попередьте своих родичів, які зараз в інших кімнатах, що якщо вони почують щось знайоме, так і скажіть. Це не Микола Янович повернувся, а це Андрій Шабанів намагається, по-перше, на телебаченні, по-перше, у своєму житті на телебаченні розмовляти українською мовою. Разом зі мною Донецьк та Одеса, вони також розмовляють українською солов'їною. Ми з Мишей, от, як ви чуєте, не залишились осторонь. Ну і далі. Революция попахивает в Крыму. За последние 3 месяца в автономной республике, пожалуй, было спокойнее всего. Но теперь люди восстали, спускают украинские флаги, угрожают местным чиновникам. Сьогодні у парламенті Криму надзвичайна сесія та 2 мітинги. Є жертви, що вимагають люди і яка реакція Росії, доповідає Олег Крючков. События возле стен Верховного Совета Крыма начали накаляться к 11 часам. Первые на площадь пришли крымские татары. Крымские татары и их соратники переиграли пророссийско настроенных протестующих стратегически. Заявили митинг на 3 часа раньше и физически людьми заняли дворик перед парламентом. Требования радикальные. Не сразу стало понятно, что компромиссов не будет. А как будут крымские татары действовать? Крымские татары сегодня действуют под лозунгом «Крым был, есть и будет в составе Украины». Другого варианта нет. Если будут какие-то другие решения приняты Верховной Радой? Крымские татары будут все делать для того, чтобы сохранялся сегодня конституционный порядок в Крыму. И сегодня на территории Крыма будет действовать только конституция Украины, законодательные акты. Другого варианта нет. Милиция разделила протестующих коридором, но они все равно смешались. Произошла первая драка. Перед крымскими татарами выступил Рифат Чубаров. Мы вчера предупредили это руководство этой Верховной Рады, что крымские татары не позволят. Крымские татары не позволят. Крымские татары не позволят без крымских татар решать судьбу этой земли. Сразу после этого началась первая попытка захватить Верховный Совет Крыма. Крымские татары начали штурм Верховного Совета Крыма. Русские защищаются. Ребята! Ребята, давите! Ребра ребрами, но нужно работать. Первый штурм отбили милиционеры и пророссийские казаки. Короткое затишье. К полудню на площади собирается митинг россиян Крыма. Россия! Россия! А к 2 часам положение изменилось. Пришли на митинг русские и уже оттеснили крымских татар и украинских националистов с половины площади. Идет война флагов. Постоянно завязываются драки. Лидеры протестующих пытаются развести стороны. Удается плохо. Мы все крымчане прежде всего. Давайте помнить об этом. Крым наш общий дом. Давайте не будем наполнять его кровью нашей. Мы должны любить и уважать друг друга. Перед началом сессии вспыхивает новая драка. Стороны снова разводят. Начинается сессия. Нет кворума. Не хватает 2 голосов. Сессию откладывают на час. После этого во дворике парламента вспыхивает грандиозная драка. Кто-то пускает газ. Крымские татары штурмом берут 1-й этаж парламента. Результат: 1 погибший и около 10 раненых. Сессия закрыта. Стороны берут паузу.